Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Сегодня я немножко расскажу и покажу картины Фредерика Уильяма Бёрд. Это ирландский художник, прерафаэлит, третий директор Национальной галереи Лондона. Родился в графстве Уклоу 8 апреля 1816 года. Был третьим сыном Сэмюэля Фредерика Бёрдена и его жены Ханны Маллет. В шестилетнем возрасте переехал с родителями в графство Клэр, на западное побережье Ирландии. Наследственное поместье было построено в середине 18 века. Дедушкой будущего художника был майор Эдвардс Уильям Бёрдон, главный шериф графства Клэр в 1799 году. А его жена Джейн Блуд происходила из соседнего Рокстауна. Получил образование в Дублине и в возрасте 21 года избран ассистентом Королевской академии Кибернян, а спустя 2 года академиком. Я пользуюсь Википедией. В 1842 году он начал выставляться в Королевской академии. Поездки в Германию, Баварию положили начало его путешествий по Европе для изучения произведений старых мастеров. С 1851 года он 7 лет проработал маляром при дворе Максимилиана II Баварского. Работал с известным археологом Джорджем Петри и вошел в совет Ирландской Королевской Академии и Археологического общества Ирландии. Был избран членом Королевского общества живописцев в жанре акварели. Ушел в отставку в 1870 году. А в 1886, через 16 лет, получил почетное членство. В 1884 Бёрдену присвоено рыцарское звание и присуждена степень доктора права. Скончался в Хенсингстоне в 1900 году. Похоронен на кладбище Маунт Джером в Дублине. Бёрдон наиболее известен благодаря своим акварельным работам, в частности, «Утонувший ребенок рыбака Арана», «Встреча на лестнице башни». Картина «Встреча на лестнице башни» признана в 2012 году ирландцами любимой картиной, выбранной из 10 представленных критиками работ других авторов. Надо сказать, в 1874 году он получил специальный грант на приобретение художественной коллекции, когда был назначен на пост директора Национальной галереи Лондона. И галерея пополнилась 94 картинами преимущественно голландских художников, а также работами Пола Лайла, Дирка Буцци и Каналет. Число приобретенных работ за время его пребывания на посту директора Национальной галереи Лондона составляет более 500. Ну вот примерно все, что мне удалось найти о Фредерике Уильям Бёрдене, ирландском художнике, прерафаэлите, третьем директоре Национальной галереи Лондона. Все, пока-пока, до свидания, смотрим картину.